Доброго времени суток, с вами Людмила. Сегодня у нас, по-моему, опять запуталась, 30-й. Сегодня 30-й день малоедения, а вчера был 29-й. Это у нас колокола. Сейчас 8 часов, звонят церковь. Ее не видно. Но мой краткий отчет за вчера. 29-й день. Я ночью приехала из Астаны. И чувствовала от обездвиживания слабость. Поэтому не ходила в парке. Вот сегодня в парке гуляю, 2 круга сделала. То у меня было 5 кругов, сейчас 2. Своих поменьше, на 300 метров. А не друзей. Друзья 2 километра 300 метров, а я 2 километра прохожу. Вот 4 километра прошла, сижу, отчет делаю. Я вчера пила чай почаще, восстанавливалась. Потом я почувствовала себя плохо в часов 11-12 часу. Так было как-то муторно. Я вот это отношу к тому, что я была на космоэнергетике, на семинаре. Там были такие очищенные люди с хорошей энергетикой. А приехала домой, у меня пьющий муж, недовольные внуки, полуголодные. Но они сами себе умеют готовить. Муж пропивает свою пенсию. Пиво пьет. Слава Богу, уже не на водке сидит. Он пьет с 7-8 лет. Брашку пил. Отец заставлял. Говорил, что настоящий мужик должен уметь пить. И вот он теперь настоящий мужик. Сегодня утром сидит и говорит: я хочу мяса хорошего, свежего. Представляете? Я мясо не ем, молочку не ем, чужеродный белок не ем. И вот я вчера почувствовала плохо, но не от того, что я мало ем, а от психика у меня пострадала. Я хотела нервничать, войти в стресс. И чтобы вот это предотвратить, я поела одну картошку в мундире, несколько макарончиков и, знаете, такое яичко. Оно на пару. Чуть-чуть там его, немножечко. Вот. И пила чай с 18 травками. Вечером я съела пару кусочков редьки белой, дайкон. Ну, финики там ела. Огурец, помидор. Все в небольшом количестве. Я, может, напишу в описании. Сейчас просто у меня записи дома, а я гуляю. И вот сижу в парке, наслаждаюсь. Здесь уже жара, 30 градусов сегодня будет. Будет просто хорошо. Парк ухаживают, чистят за ним, хороший парк. Вот голуби, грачи. Вон цветочки высадили, потом залили канал водой. Я вот приехала, увидела, то не было воды. В этом году мало воды, снегов мало было. Я немножко хочу рассказать, что я в поезде видела, слышала. Туда я ехала в Астану, в поезде люди держали уразу, мусульмане. И вот они одеты нормально по городскому. А когда намаз читают, они одевают платочек, одевают такое широкое платье на себя, потом еще чем-то заворачиваются, закрываются простынями там в своем купе и молятся на кровати, на коленях. И они ничего не говорят, ничего не кушают до 9 вечера.
А в 9 часов у них как прорывает. Я уже спать хочу, мне, в общем-то, ложиться надо. Я легла, а они начали кушать, весело болтать, галдели до 3 часов. Такой шум стоял, у меня там в ногах в постели они сидели. На боковушках там, а я в купе была. Ну ладно, они отгалделись, и в 3 часа я только смогла. Ну, я уже проснулась, вроде как подремала, мне немножко надо. Тем более в поезде мало спишь. Вот это туда, а обратно. И попалась мне пожилая пара напротив меня, которые все хотели меня накормить. Предлагали и помидоры, что только мне не предлагали, и конфетки. Но мне пришлось с ними лишний чай выпить. Поболтать, больше говорить, чтобы меньше пить и есть. А назад я уже не стала никого провожать. Я уже нормально держала свою уразу, то есть малоедение. Я вечером ничего не пила. Вот сутки ехала, полторы. Ничего не пила. Ела только до 12. Ела, как всегда. Там у меня были огурцы, помидоры. Я сначала утром помидор съела, а в обед съела огурцы. Там 3 огурчика. Я их заранее почистила, и они в контейнере такие сухенькие были, они пропали. Тем более они в холодильнике пока лежали, пока я в поезд не села. Вот. И мне попались очень интересные люди, так интересно с ними общаться. Там были сетевики, новое направление. Лайнер рейсовый, как-то там клуб путешественников. И вот девушка там прекрасно выглядящая, молодая. Ей много лет, но она молодо выглядит. Общается с людьми. И такая все время на позитиве. Она меня, узнав, что я пенсионерка, хотела меня там завербовать. Свои партнеры. И так она меня вербовала, что у меня аж голова закружилась. И я думаю, что она ко мне пристала. Потом выяснилось, что пенсионеров они сажают на эти доллары, чтобы там заплатить. $195, что ли. И еще 5 пригласить, которые тоже там им принесут. Короче, $500 000 им этой компании принесет один партнер. Привлекая еще 5. Но было интересно вот энергетику эту почувствовать. Пришлось признаться, что я космоэнергет, что у меня уже выбрано направление духовное. Но меня действительно материальное как-то интересует в том смысле, чтобы развиваться. Но вот что прям вот таким бизнесом заниматься, сетевым, я не хочу, не хочу. Я хочу, может, и заниматься наподобие школу свою открыть, учеников по космоэнергетике иметь, проводить сеансы. Вот там я буду общение и свои учительские философские способности. По нумерологии я философ, учитель и... должна поднять свой духовный уровень и людям помочь в этом. Вот. И еще была там одна очень интересная дама, которая была на всеедении. Та дама была... Ничего я не видела, чтобы она кушала и пила. У нее ничего не было во рту. Только какую-то водичку пила. Она тоже в каком-то еще сетевом бизнесе, и там она, наверное, коктейли вот эти пила для похудения, по-моему. Она очень худенькая. А эта дама, наоборот, была полная. Представляете, 2 крайности. Худенькая и полненькая, которая ни в чем себе вообще не отказывает. Есть что хочешь, что хочет, что душа хочет. Но она прекрасно общается с людьми. Она того же гороскопа, что и я. И я смотрю схожие черты, только она ближе к другому
знаку, а я чистая, чистый знак, пока не буду говорить какой. Возраст никто не говорил, кроме сетевика. Я тоже хочу о возрасте забыть и вообще вот эту программу убираю. Я не помню мы своего возраста. Тем более я смотрела Аматуя, ее видео. Программа, если ты возраст будешь вспоминать, то программа старения включится. И вот эта женщина мне была очень интересна. Она такая живая, улыбается, смеется. И с ней много хорошо можно поговорить. И еще там одна дама была, которая не улыбалась вообще. Была очень худая, болела панкреатитом, наверное, гастритом. И она, я считаю, много ела для гастритчика. И я все думала, как же она много кушает. Это, по моему мнению, если она болеет, то она должна меньше есть. Она без конца что-то жевала, она такая маленькая, маленькая-маленькая, ножка маленькая, личико маленькая, вся такая сморщенная и закорузлая. И вот она как мышонок, и что-то она там грызет без конца, достает с пакетика, грызет. Я ей сказала, если у вас болит желудок, то надо меньше есть, наверное. А она говорит, а я мало кушаю. Но я видела, она пьет чай с молоком и с конфетками такими, типа, ну, вроде как злаковые там какие. 5 злаков все она мне говорила, что она супчики кушает с курицы, куриные супчики. Но мне казалось, что она все-таки много ест. И по дороге она купила в столовой вареники с маслом. Неизвестно, каким маслом его побрызгали. Ну, растительным, наверное. Вот такие попутчики. Ну, там ехал еще сын полной вот этой женщины. Он был очень интересен мне вообще. Такой он грамотный. На компьютере сидит. И 17 лет ему, у него дреды. Ему нравится, когда все обращают на него внимание. Он на инвалидности, у него там остеопороз левой части, правой части. Рабочая сторона у него левая. Им, правда, пришлось, билетов не было, на верхних полках быть, им неудобно было. Ну, такие у меня попутчики, я обещала в одном видео рассказать о них. Вкратце, надеюсь, что я вкратце рассказала. Вот мои замечания. Спала я хорошо, выспалась и теперь отдала себе нагрузку. Птичка поет. Всем удачи, все будет хорошо. С вами была Людмила.